Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас! Меня зовут Игорь Суздальцев, и вы на видеопортале трейдеров и Trade TV. Мы сейчас будем начинать торговый план за 15 февраля 2016 года, понедельник. Поздравляю всех с началом новой трудовой недели. Желаю всем заработать больше, чем на прошлой. Ну что, друзья, двигаемся дальше. Вот уже самая главная новость, друзья. То, что через две недели будет весна, я уже чувствую, уже вчера ночью в Москве был дождь, вот, то есть уже весна не за горами. И это главная новость дня, на которой можно было вроде бы остановиться уже, но, друзья, надо денежку зарабатывать, поэтому двигаемся дальше. Итак, прошлая неделя была завершена очень хорошо. На 0,8% вырос индекс ММВБ, 1726 пунктов сегодня мы открываемся. Индекс РТС 689 пунктов, плюс 2,7% роста за пятницу. Рубль укрепился к доллару на 1 рубль 24 копейки, 78,34 в моменте на споте на московской бирже. И евро-рубль также на споте, рубль укрепился на 2 рубля 8 копеек, 88 рублей 18 копеек. Очень хорошие результаты. Благодаря чему это случилось? Ну, благодаря тому, конечно, что монета предсказала нам в пятницу бай. Не все поверили, некоторые продавали, но по итогу мы закрылись 48 центов в плюсе. Ну и на этой волне, понятно, укрепление наших основных активов и состоялось, которое мы отсматриваем, естественно. Главный вопрос, конечно, будет ли продолжаться рост нефти сегодня, будет ли продолжаться, естественно, укрепление рубля и российского фондового рынка. На этот вопрос давайте ответим после новостей. Новостей много, но поскольку после выходных всегда много достаточно новостей, вот. И, конечно, их надо рассмотреть. Но прежде всего, почему в пятницу вечером нефть резко приподнялась? Она колебалась в течение дня, не было такого прям такого роста, скажем так, прям вот чтобы с утра. Нет, она с утра даже прошла вниз. Сейчас я открою, посмотрю точно в 10 утра, как она себя повела в пятницу. На открытии, прямо сейчас смотрю. Да, на открытии она пошла вниз, на втором часе она пошла вниз. Вот. И только на третьем часе с 12 часов она стала подрастать. Что было основным драйвером? Стали появляться слухи о том, что Саудовская Аравия готовится к вторжению в Сирию. Поздно вечером стали появляться информация о том, что... уже якобы войска и авиация переброшены в Турцию, чтобы с Турцией совместно саудиты и турки пошли в Сирию. Вот. Ну, понятно, никаких подтверждений этому нет. И, кстати, до сегодняшнего дня я не вижу никаких там хотя бы несколько фотографий или еще чего-то. Пока, в моем понимании, это слухи. Вот. Хотя там уже и МИД начинает говорить, но тут непонятно, МИД Саудовской Аравии чего хочет. Он хочет нагнести, так сказать, запугать больше Асада или действительно поставил самолет. Я пока даже вот это подвергаю сомнению. Почему? Потому что перебазировка не может длиться долго. То есть если вы перебазировали туда авиацию, технику, людей, и они там не в гостинице живут, понимаете? Поэтому, естественно, тут или надо через день-два в бой бросать, то есть на этой неделе или пойдут в бой они, или там их нет. Вот все очень просто. Но неважно даже, как это было и как это есть на самом деле с точки зрения рынка. То есть пока мы на этом в пятницу пошел рост, продолжится ли он сейчас? Посмотрим, может и продолжится, если они так продолжат эту тему, что да, мы уже, саудиты уже в Турции, готовы вот-вот. На этом еще день-два поподнимать нефть очень легко. Могут. Поэтому я, в принципе, думаю, что рисунок пятницы вполне может быть. Далее, коллеги, я вижу, что Эллиот пишет Алексу, давай торговать по монете. Зайду небольшим лотом, может на монету заработаю, пишет Эллиот. Нет,
деньги на квартиру, на дачу заработаете, а на монету нет, она не продается. Как же я буду жить и работать, если самого лучшего аналитика продам? Это невозможно. Далее, коллеги. Турция опровергла отправку своих военных в Сирию. Ну, то есть турки, там было, звучало на выходных, что вроде бы зашли на сирийскую территорию, вот, но, видите, опровергают, да? ЦБ, только что вышло сообщение, что ЦБ отозвал лицензию Московского банка «Универсальные финансы» и Ростовского «Капитал банка». Ну да, в Ростове там столько банков, можно рубить их каждый день, господи. Уж регион это не надо трогать, там вообще деньги найти целая история. Ладно, двигаемся дальше. В этой ситуации с Сирией Обама, президент США, позвонил Владимиру Путину для разговора о Сирии и Украине. Состоялась беседа, по-разному подают, но суть такая, что понятно, по Сирии Обама просил прекратить бомбардировки оппозиции. Владимир Путин ответил, что никто там оппозицию не бомбардирует. Ну, тут разных, с разных источников разное, но общий вывод можно такой. То есть разговор не завершился каким-то решением. Вот это вот однозначно. У каждого своя точка зрения, кто кого бомбит. Это было ясно с самого начала, то, что мюнхенские переговоры – это провал, это ни о чем. Потому что нет решения. Когда нет решения, его не может быть. Мы не можем сейчас, знаете, выполнить все требования США, это совершенно очевидно. Я имею в виду нынешнее политическое руководство не может выйти из Донбасса, из Крыма, из Сирии, но это невозможно. В этой ситуации я даже удивлен, почему вообще задают вопрос о времени снятия санкций. Да с чего? Если санкции вводились под Крым, а тут еще добавился и Донбасс, и Сирия, ну с чего? Какие? Только, речь идет только, может идти об усилении, это совершенно очевидно, санкции. Вот. Поэтому, естественно, ни о чем не договорились, потому что не могли договориться. Я к тому, что снятие напряженности вот этот разговор, к сожалению, не принес. Мне понравилось выступление Дмитрия Медведева. Вот. Он заявил в интервью газете, немецкой газете Handelsblatt, что в случае провала переговоров по Сирии возможно начало глобальной войны. Вот Дмитрий Анатольевич вот сказал правду им всем. Вот. Это... Новость эта пятничная, но она как бы показывает стремление решить вопрос с американцами без возвращения Донбасса, Крыма и Сирии. Вот, то есть, ну, я не знаю, ну, мы долго... для нас, для нынешников, для, так сказать, людей, работающих на рынке, понятно, что это навечно, это на много лет, это на десятилетия этот спор, и поэтому конфликт, как бы вот между Россией и Западом, он только начинается, он по сути еще не начался, потому что он будет нагнетаться дальше с обеих сторон. Вот я к тому, что рост цены на нефть, я не понимаю, почему она не растет. Я не понимаю, почему нефть до сих пор не 70. Все давно должно было выстрелить уже наверх. Такие сложные отношения, которых не было никогда в истории. У России конфликт со всем Западом, ни одного союзника. Нефть у нас там копейки какие-то стоят. Удивительно вообще. Американцы сильно давят, то есть они демонстрируют силу. Далее. НАТО обвиняет Россию в намерении напасть на Прибалтику. Это понятно. Это вот один из, так сказать, факторов нагнетания. Сложные процессы идут и сейчас и в российском финансовом рынке, в финансовой сфере в целом. Минфин, например, предсказал 15 лет застоя в случае отсутствия реформ. Око. Это газета «Ведомости» сегодня, так сказать, информирует нас. У меня вопрос, а почему Силуанов до сих пор работает? Во-первых, он допускает возможность застоя при руководителе, который платит ему зарплату. Вот. Во-вторых, он признает, что руководитель, который платит ему зарплату, не проводит реформы. Я не знаю, то есть мне интересно, сколько хватит нервов у его руководителя, чтобы его не уволить. Ну, по сути, это февральская революция Минфина. Это, понимаете, одно дело мы с вами, частные лица, говорим о том, что нет реформ, будет застой. Это мы об этом каждый день говорим. Но Минфин, Министерство финансов России, признает такую вероятность, получающая зарплату из бюджета, это, конечно, удивительно. Дмитрий Медведев призвал российскую оппозицию стать интересной для россиян.
Это еще один фактор февральской революции. Глава правительства признает наличие оппозиции. Вот что об этом подумает его руководитель, который считает, что в России нет оппозиции, поскольку все его поддерживают. Также Медведев назвал часть оппозиции политическими маргиналами. Ну, это понятно, он как бы замазал, он признал оппозицию, но замазал, что они политические маргиналы. Это что? Понятно, понятно. Вот. А ведь суть-то в чем, что сам факт этого признания удивителен, потому что во всем мире оппозиция имеет равный доступ к центральным каналам, телеканалам, радиоканалам и так далее. То есть, и если людям нравится их позиция, они за нее голосуют. А здесь Дмитрий Анатольевич как бы призывает стать интересной для россиян, типа того, что тогда с вами будут разговаривать. Да вы дайте канал, дайте хотя бы один час в день на Первом канале оппозиции. И посмотрите, сколько людей кого смотрит. И вам все станет понятно, что же, так сказать, ну, немножко детсадовские рассуждения. Ведомости. Ну и понятно, что ситуация в стране это заставляет делать. И наличие оппозиции признавать, и возможность застоя 15 лет признавать и так далее. Вот. Ситуация-то, посмотрите, какая. Ведомости узнали о господдержке Внешэкономбанка на 150 миллиардов рублей. Ну все, лег Внешэкономбанк, ну где-то раз в пятый, наверное, за последние годы. Его ежегодно, по сути, поддерживают, просто деньги уходят в никуда. Неужели непонятно, что надо ликвидировать? Просто закрывать. Это не та организация, которая обеспечит развитие России. Вот интересная новость, друзья. Рабочие Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, которые, помните, недавно обещали принять меры против тех, кто публично критикует Владимира Путина, теперь сами вышли на митинг. Митинг протеста против планируемых на заводе сокращений Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле собрал до 100 человек. Немного, но уже мужики разбираться с митингами не пойдут. Это понятно, сами. Вот этот закон прелесть, коллеги. Шикарный законопроект. Роскомнадзор одобрил законопроект о запрете пропаганды обхода блокировок. Еще раз прочитаю. Законопроект о запрете пропаганды обхода блокировок. А теперь надо еще принять законопроект о запрете рассказа. О запрете пропаганды обхода блокировок. Ай, цирк. Я не могу. Ну, то есть, каждый сходит с ума по-своему. Коллеги, власти Москвы потратят почти 2 миллиарда рублей на фиксацию нарушений ПДД. Хотят на каждом перекрестке повесить камеру. Малейшее нарушение – штраф. О чем это говорит? Бюджетных денег не хватает, надо наполнять любыми средствами. Отсюда вывод. Ездите на метро. Вот это прелесть номер. Номера в отелях во время чемпионата мира 2018 года будут стоить до 650 тысяч рублей. Прелесть какая. Парни, имейте в виду, цены дороговаты. Лучше ехать на чемпионат мира 2018 года со своей палаткой. Дешевле было в Германию съездить на месяц за 650 тысяч рублей, чем на матче чемпионата мира по футболу в России. Цирк. Ну, прикиньте, да? 650 тысяч рублей съездить. Жена даст вам такие деньги? Вот. Далее. Deutsche Bank. Коллеги, в десятках зарубежных ресурсов просто озвучу. Банкротство, перевожу с английского, банкротство Deutsche Bank скоро будет провозглашено. И оно сотрет всю европейскую банковскую систему. Entire, не европейскую, всю полностью банковскую систему. Федрезерв США уже готовится к этому событию. Ну, то есть, да, уже на официальном уровне звучат в разных источниках, что Deutsche Bank кирдык. Причины мы знаем. Греция. Тогда, когда там украли много денег в 2003 году, все повесили на Грецию, немцы спасали Грецию и подставились сами под эти огромные убытки. Вот. И что, как бы здесь ничего другого не сделаешь. Вот такая фигня. Так что Deutsche Bank, у кого там, так сказать, какие-то есть
связи, бизнес, еще что-то, все закрывайте нафиг, потому что уже со всех сторон об этом пишут. Ну что, спросим у монеты, что она думает по поводу нефти сегодня, какие мысли. Нефть марки Brent, покупать или продавать? Слово монете. Вы можете загадать свой финансовый инструмент, монета подскажет вам направление движения. Оп. Buy. Монета считает, что может продолжиться пятничный рисунок, как и я предположил. Давайте спросим у наших экспертов, кто что думает на этот счет. Мы с вами говорили о том, что Андрей Жернаклев и Форекс Робер будут нам по утрам рассказывать про Форекс. Давайте послушаем. Сегодня я вижу обоих в сети. Андрей Жернаклев, Алматы, ждем вас в эфире. Так, Андрей, включайте камеру и микрофон. Привет. Привет, привет. Здравствуйте, Игорь. Всех с началом недели тоже. Так, по нефти, да, сначала, наверное, интересно. Да, давайте. Что нам экран запущу. Что расскажете, покажете, мы с удовольствием посмотрим. Все время качество забываю менять сначала. Ну да, чем выше. Вам надо только оставить высокое, а низкое, среднее убрать и все. Не-не-не, у каждого свои возможности, поэтому кто как может, то транслирует. У вас интернет мощный, поэтому у вас нужно высокое. Да, мне кажется, у всех трейдеров должен быть нормальный интернет. Ой, у нас много чего должно быть. Не всегда бывает. Не всегда бывает. Андрей, поздравляю вас с днем рождения, который был в субботу, по-моему, да? Да, 13-го, спасибо. Счастья, здоровья вам, семейству. Сколько лет исполнилось? Мужчина, можно говорить? 32. О, молодой какой, хорошо. Так, ну что, где ваш экран? Я вроде запустил уже, до сих пор не началось. Нет, вы не цокнули на экранчик, наверное? Вот. А вот сейчас пошел. Все, видим экран. Так, по нефти, да? Так. Ну вот смотрите, в принципе, сейчас, наверное, вот этот основной график лучше запустим. Как я и говорил, то есть лонги я буду рассматривать только в том случае, если мы будем выходить из этого канала и будет довольно-таки большой нормальный объем. Единственная проблема в том, что я не увидел хорошего объема. Поэтому, в принципе, свою лонговую позицию я как бы отсюда не брал. Считаю это движение просто на каких-то там слухах образовалось, да. В принципе, сейчас есть вероятность как опять пойти в шортовом направлении, также и дальнейшее как бы развитие, да, в лонг. Все зависит от новостного фона. И по технической характеристике, в принципе, у нас вот здесь сопротивление хорошее. Выше тоже есть хорошее сопротивление. Рекомендовал бы стараться искать как позиции, ну, как в шорт, так и в лонг. Если же будут какие-то новостные импульсы, вот такие же, да, крупные, вот, стараться, да, на откатах искать присоединение к лонгу. Вот, ну, Андрей, ну я вот немножко, так сказать, хочу вас, ну, как бы не согласиться с вами. Смотрите, сейчас я смотрю на ICE Brent на лондонской бирже, 33.35 по Бренту, а мы закрывались в пятницу 33.73, то есть сейчас на 60 центов выстрелит все. Как же сейчас, на открытии, во всяком случае, мне кажется, точно нельзя продавать. Я согласен, да, то есть нужно смотреть по ситуации, то есть сегодня внутри дня я буду... скорее всего, работать в каком-то диапазоне. Понятно. В принципе, да, сейчас по технической картине мы видим пробитие канала, но у нас еще не было как такого ретеста, да, возврата, и от него, то есть, поход вверх. По сути, можно, да, искать какой-то откат. Если я увижу еще подтверждающий объем, то можно уже присоединяться к лонгам. Ну, для меня, в принципе, картина... все равно пока по нефти не поменялось, пока все равно вижу в шортовом балансе ее. Понял вас.
Хорошо, спасибо. По евро-доллару скажите ваши мысли сегодня? Да, ну, по евро-доллару тоже картина не поменялась. Отмечал вот эти уровни для захода в лонг. Потихоньку мы снижаемся. Да, но мы видим, в принципе, коррекцию на всем рынке. Она, в принципе, назрела, там, что и золото припустилось, что и остальные валюты. Ну, уже, допустим, австралиец, новозеландец начали отыгрывать по евро. Да, мы пока потихоньку спускаемся от этих зон. В принципе, даже, наверное, с текущих уже можно искать лонги. Также по евро-доллару пока как бы я за лонг. Понял. Хорошо, Андрей, спасибо большое. По фунту, если коротко, тоже мы вот были в треугольнике, сейчас выше верхней границы торгуемся. По фунту как бы также придерживаюсь лонговой позиции. Австралиец мы видим, все уже наверх пошел. Новозеландец, такая же картина. По доллару-рублю мы тоже, помните, смотрели вот этот баланс и крайний уровень. То есть за счет нефти, да, он сейчас опять вернулся в этот диапазон. Скорее всего, да, и по нефти укрепление какое-то ожидается. Соответственно, и рубль будет укрепляться у нас там в район 7, сначала 77, потом 75. Угу. Ну, это вкратце. Ясненько. Спасибо огромное, Андрей. Удачи на рынке сегодня. Спасибо вам тоже. До свидания. До свидания. Друзья, с нами был Андрей Жирноклев из Алматы и со своим видением рынка. Кстати, под главным экраном слева есть баннер его курса обучения. Кто хочет научиться торговать по системе АТАС, как это он сейчас показывает на своих примерах. Ну, кстати, кто внутри системы, наверху над экраном есть тоже ссылочка. Учебный курс Андрея Жирноклева. Можно зайти посмотреть, кому интересно. Торговля по объемам, ну и вообще по системам индикации АТАС. Она достаточно такая объемная, разнофакторная, разноформатная программа. У каждого, может быть, настройки абсолютно разные, поэтому иногда смотришь, одного человека АТАС, одна картинка, у другого вообще другая. И не только там по цвету, а вообще даже показатели все другие. Думаешь, ну ладно же, и там АТАС, и тут АТАС, а настройки абсолютно разные. Ну что, друзья, идем дальше. Forex Robber, Александр Кравчук, Северодвинск. Доброе утро. Доброе утро, Игорь. Доброе утро, участники. Приветствуем вас. Да, ну, я буквально пару слов. Ага. Не буду по всему рынку пробегать, так как уже, в принципе, Андрей много чего сказал. Я ставлю свое видение по индексу доллара, так как, в принципе, понимая, что будет делать индекс доллара, можно получить, грубо говоря, представление почти о большинстве как бы движения активов. Так что мы, в принципе, на индексе доллара остановимся. Считаю, что снижается все еще как бы этот инструмент. То есть мы сейчас рисуем, скорее всего, набор подразделений 1.2 с точки зрения волновой теории. И нам вторая единица в виде клина должна заканчиваться вот снижением импульса. Это пунктирная линия. Вот, розового цвета. После чего коррекция, ну и более крупный проход вниз. То есть мы сейчас будем, на самом деле, еще достраивать движение вниз в район 91.50 по индексу доллара. Следовательно, как только начнется движение этого инструмента, много что на рынке начнет вырастать, отрастать. То есть смотрим, да, ну то есть также евро жду, сейчас разворот вверх, в принципе. Вот, поэтому сегодня, в отличие от нефти, много что должно подрастать. Но нефть считаю, что если вот даже она немножко тут попытается открыться, да, вверх, я думаю, что сразу будет уходить вниз, будет шортиться сегодня Brent. И вот в соответствии с своим ожиданием жду большой импульс вниз последнего движения, заключительного, в район там, ну, ниже 30 и так далее. Вот. На сегодня, я думаю, движение будет как бы ограничено, наверное, уровнем 30. Вот. А там посмотрим. Так что даже несмотря на какие-то возможные гэпы, какие-то проходы, я думаю, что сразу будет все продано. Даже, наверное, европейцы начнут продавать. Но американцы уже в своем стиле. Ну, такое, грубо говоря, у меня ожидание. Посмотрим, реализуется или нет. Если кто-то прислушивается, то учитывайте. Вот. Ну, в принципе, все, да, на сегодня быстренько так. Понял вас, Александр. Ну, конечно, прислушивается, почему, и ждем ваше включение утреннее. Спасибо огромное. Хорошего дня, удачи на рынке. Спасибо, до свидания. До свидания.
Друзья, с нами был Forex Robert Александр Кравчук из Северодвинска, который, помимо рассмотрения других пар, которые, я думаю, вы все посмотрели, отметили для себя, записали, кому что, какую пару, кому интересно, отметил, что не верит с точки зрения волнового анализа, своей разметки, не верит в возможность роста нефти сегодня. Это не есть хорошо. Александр серьезный трейдер, поэтому хорошо на этом зарабатывает, и поэтому к этому надо прислушаться. Ну, кто верит монете, тот купит нефть. Кто верит Александру Кравчуку, тот продаст нефть. Ну, единственное, естественно, коллеги, это рыночные колебания. В течение дня можно заработать и вверх, и вниз, поверьте мне. Поэтому нет прямого противостояния. Речь идет о том, что вот если на открытии купить и в полночь закрыть, вот кто выиграет, в рост или на снижение? Вот о чем идет принципиальный спор. А знать основной тренд важно, потому что в ту сторону торговать, конечно, выгоднее, поскольку импульсы длиннее. Вот. Ну, еще раз обращу ваше внимание, что 33-32 сейчас на мировом рынке, поэтому будьте бдительны на открытии. Из новостей я не вижу ничего сегодня особенного, кроме в 17:00 выступления главы ЕЦБ Драги. Все, включая демонстрацию рабочего стола, давайте откроем рынок вместе. Так, подождите, мне подсказывают, сегодня 15 число, День президента в США. А, парни, я забыл вам сказать. Точно, мы еще в пятницу говорили о том, что в США праздник. Весь день в США праздник, пониженные объемы торгов. Очень грамотно нас предупредил Владимир НН. А ведь сегодня, то есть торги будут, все будет, объем понижен. Поэтому бдительность, особенно на евро-долларе. Но я вижу, что и в Канаде праздник сегодня День семьи. На самом деле, я думаю, что они придумали этот праздник, просто чтобы не торговать в день президента в Америке. Вот и все. Точно-точно. Спасибо огромное Владимиру НН за напоминание. А пониженный объем априори заведомо, конечно, влияет на рынок. И тут какие-то рисковые трендовые такие стратегии. Сегодня, в общем-то, 5 раз подумаешь, проводить или не проводить. Ну что, давайте посмотрим на минутном графике, что происходит. Как мы с вами и предвидели, открылись гэпом наверх. Вот. Ну, это было очевидно, поскольку в течение утренней сессии азиатской нефтюшка приподнялась. Ну, вот она и достигла уровня 31.30 было, я проверил на последний момент. Вот на уровне 31.30 мы сейчас и бьемся. Ну, а дальнейшее движение уже, конечно, дальше по рынку. Тут уже кто куда как видит, смотрите. Еще раз напоминаю, монета показала buy. Алекс, а Forex Robert считает, что все-таки sell будет сегодня по дню в течение дня. Может, Европа вниз потянуть, он считает. И, ну, Америка, это уже как бы привычное дело, что Америка тянет нефть вниз. Вот. А логика монеты, и моя, кстати, логика заключается в том, что много сегодня страшилок, хотя они вот сегодня многие опровергнуты, и саудиты, я так смотрю по новостям, говорят о том, что, может быть, только самолеты полетят все в Турцию, может, людей там и не будет. Потом выступил этот Эрдоган, сказал, что турки не входили, так говорили там, что 100 человек пошли в Сирию. Он говорит, нет, никто не входил, не собираемся, это типа у нас другие планы. Вот я смотрю, что рубль с гэпом вниз, и золото, коллеги, стремительно вниз, подсказывает нам Елена. 12.18, золото на открытии с уровня 12.38 на 20 баксов. Ух! Вот это да! Ну, я понимаю, нефть на 50 центов. Но просто я считаю, еще раз высчитываю утреннее открытие, 20 баксов, коллеги, у нас на глазах. Ух! А все видят, да, что золото творится? Понял. А что происходит? Наш рынок не двинулся так сильно. Ну, Си ослабел, Ри укрепился, Сбер наверх, Газик наверх. Ну, ничего больше от золота. Как сумма. А ну-ка, Еврик давайте глянем. Еврик двинулся вниз.
с уровня закрытия он было 12.63, сейчас 12.24. Ну да, 40 центов, 40 пипсов еврик двинулся вниз, но это, понятно, азиатская сессия. Но золото, конечно, мы не обратили внимания, мы не посмотрели, что было на утренней сессии по золоту, господа. А там, наверное, был гэп. Вот. Надо всегда западные рынки смотреть. Ну что, друзья, спасибо всем за участие в этом часе. А, Андрей Жернуков сказал, оно припало. А мы что-то не обратили. Ну, мы на нефть так все внимание сконцентрировали о том, что движение-то по золоту, коллеги, гораздо более яркое и мощное на открытии было, чем на нефти. А мы что-то так, ну, действительно, если Андрей говорил, вот что внимание не обращать? Знаете, как психологи говорят, люди обращают внимание только на то, на что хотят обращать внимание. Это простейший психологический тест выглядит так. Человеку говорят, вот сейчас мы покажем вам тут шары, посмотрите, сколько красных шаров. И спрашивают, сколько красных шаров? Он говорит, 5. А сколько синих? Так он не посчитал синие, у него цели не было. Так и мы. Вот сколько нефть, сколько уперлись в нефть, а тут золото шарашит. Нет бы на золото сразу кинуться. Ну ладно, исправимся. Хорошо, спасибо большое, коллеги, всем за участие в этом часе. Напоминаю, монета показала нефть по buy по нефти, Forex Robber sell по нефти. По итогам дня. Всем удачи.